А бобры были не спасатели. Ну как, спасатели, они ложили плотину. Кто, бобры? Да. Ну-ка, расскажи мне поподробнее. Они там плотину строили. Вот. О, ребята, здравствуйте. Вот, привет, ребята. Будем разбираться вместе с ребятами. Да, зачем бобры строят плотину? А вообще, а что ты еще знаешь про бобров? Я знаю, что бобры, они могут, представляешь, вот за год вроде там себе деревьев насобирать вот так вот, короче, два КАМАЗа. Ого! Да! А знаешь, что я знаю, Жорик? Что? Что бобры это вообще, они вообще находятся на втором месте во всем мире. Ну, говорите, как, ну, как эти самые классные там, или зубастые, грузины. Ничего себе! Да, они на втором месте находятся. А ты знаешь, что самый большой бобер может быть около 20 килограмм? Ого! Да. Это как 8-летний мальчик! Да, да, представляю! Ну, да. А ты знаешь, что бобры, они эти, ну как сказать, вегетарианцы, они едят только кору и молодые побеги разных деревьев. Да. Да. Ребята, вы знали? Я не знал. А я вот недавно вычитал в книжке, да. Да, а вот смотри, а ты знаешь, почему у них вот такой вот хвост, вот как блин? Плоски, да? Да, да, да. Ну, наверное, чтобы лучше плавать там, да, в воде. Да, это регулятор движения, и еще они с помощью хвоста на глубину опускают. Не, он не регулирует движение, он регулирует, он это, руль. А, руль. Да, это как в лодке рулем. Вот, а, да, и вот, на вот, глубину. Да, и на глубину вот так. Да. О, поэтому он такой у него плоский. Вот, а еще бобры живут в норах. Да? Да, и они себе на зиму собирают много-много-много молодых побегов, а потом всю зиму кушают. Это вот почки, да, на деревьях побеги? Да-да-да. Вот это вот. Да. А еще ты знаешь, что главным в семействе бобров, знаешь, кто всегда главный у них? Мама? Ага. Ничего себе. Да. А я думал, папа. Вот! И вообще про бобров можно узнать, ребята, много-много-много. Вот самое главное смотреть какие-нибудь интересные передачи, да, и да, читать, да, много книжек. А еще мультфильмы про бобров. А еще мультфильмы, да. А еще пошли смотреть мультфильмы. Давай, пошли. Мультфильмы.